Грузовичок Лёва. На улице весна. Скоро на дорогах растает последний снег. Вот, снега не осталось. Ой, на дороге яма. Очень глубокая. Непорядок. Привет, Капу. Смотри внимательно на дорогу. Осторожно. Ой, твое колесо застряло прямо в яме. Лёва, Капу не может выехать сам. Помоги ему, пожалуйста. Толкай. Молодец! Спасибо! Капу, пора ехать. Лёва, а мы с тобой будем собирать машину, которая чинит дороги. Надо снять старый асфальт, а потом уложить новый. Ты знаешь, какую машину Лёва будет собирать сегодня? Машина, которая срезает старый асфальт, называется дорожная фреза. Перед началом работы поставим дорожный конус, чтобы машинки на этом участке дороги были внимательнее. Начнем соединять детали. Синее шасси. Мощный желто-оранжевый двигатель. Колеса. Гусеницы, чтобы удобнее было ездить по плохой дороге. Кабина. Кресло для водителя. Фрезерный барабан, который будет срезать старый асфальт. Фары. А сзади, вот к этому квадратному отверстию, нужно присоединить рукав. Из него будет сыпаться измельченный асфальт. Поехали искать, Лёва. Этот рукав не присоединить к квадратному отверстию. И это не квадрат. Вот деталь, которая нам нужна. Быстрее вези ее на место. Готово! Дорожная фреза собрана!
Начинаем работу! Убираем старый асфальт. Здорово! Кусочки асфальта по рукаву летят прямо Леве в кузов. Получилось! Смотри, Капу привез новую асфальтовую крошку. Капу, высыпай сюда и сюда. И еще сюда. Молодец! А теперь работа для катка. Каток разровнял асфальтовую крошку. Ремонт окончен. Машинки могут снова ехать по дороге. Молодец, грузовичок Лёва.